Друзья, всем привет! Новая тема. Хочу заменить фары Vectre B своей Dari Style модель. Кто не видел ее, посмотрите обзор. Обзор есть. Выкладывал я его раньше. Купил, в общем, я вот такие фары бэушные. Как вы знаете, в Украине сейчас много евроблях, поэтому фары такие найти — это вообще не проблема. Почему я их покупал? Состояние у них хорошее, видно, отражатели, все круто. Почему я решил купить эти фары? Почему я все-таки решил поменять? У меня на Векторе, вот ночью едешь, говняный свет. Регулировки они не подчинялись, то есть светили куда, какая. Дальний свет вообще был отвратительный. Ближний такой себе. У меня вот были проблемы вот с этими ушками. Они вот были поломаны. То есть толком закрепить эти фары было невозможно. Вот. Я нашел более нормальные вот эти ушки. Ну, понимаете, когда попадает автомобиль в аварию, эти ушки, они первые ломаются. Если даже стекло разбилось, стекло можно поменять, все приклеить, вклеить его. Оно вклеивается здесь, вот это стекло. И... все, а вот ушки, то надо менять корпус фары. То есть уже проще поменять целую фару, чем вот эти вот крепления. Потому что они вот такие, их даже не напаяешь. Так, значит что? Были у меня фары, я не знаю, может видео для кого-то будет полезным, я вот снимаю. У меня вот оригинальная фара на эти машины, то есть Валио, видно, видно, не видно, Валио написано. Валео. А у меня стояло китайское говно депо. То есть Валео и депо. Вот именно фары депо. В принципе, если положить их вот так вот вместе, они ничем не отличаются. Ну, одинаковые, но депо нихера не регулируется. Дело не в том, что она там была после аварии, а вообще, блин, они... Вот сколько я знаю людей, у которых стоят фары депо, фирмы депо, они регулировку, ну вообще, я не знаю, как их можно отрегулировать, они светят куда хотят они светят. Поэтому я вот заказал себе вот такие вот фары, оригинальные апелевские фары, векторовские, Валио. У них все круто с регулировкой, видел я их не свет ночью, поэтому... поставлю вот эти фары и покажу вам ихний свет. То есть, ну, все вот в таком вот. Корректор фар, все, естественно, это есть. А у меня корректор фар на депо не работал вообще. Вот эта вот крутилочка, то есть, вот она, вот эта крутилочка, корректор фар, он у меня не работал. То есть, вот, я показываю. Это ниже, выше фары поднять. Он у меня, вот этот корректор фар на фарах депо не работал. Поэтому я их снял и попросту я их выбросил. Потому что это не фары, это бред. Потому что в Украине с нашими дорогами нужен нормальный свет. Ну, чего я и добиваюсь, ребята. Если вам было полезно это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. И покупайте оригинальные фары Валио.